Хари Кришна, дорогие друзья, на связи Саду Санга, и с нами Адирас Прабху. Адирас Прабху, расскажите, пожалуйста, а в чем важность проведения вот таких вайшнавских фестивалей? Ну, важность сложно переоценить. Почему? Потому что, если вспомнить 90-е годы, когда мы жили в ашрамах, в храмах, то, в общем-то, можно сказать, что каждый день для нас был фестивалем. Вот. Потому что, ну, утром мы вставали, и с утра 7 часов были такие киртаны, что все были мокрые, так же, как и на фестивале. Это было каждый день. Каждый день мы ходили на харинамы, на санкиртану и так далее. То есть жизнь была полна, так сказать, духовных реализаций. И постоянно, ну, как бы активность была такая сильная. А поэтому, ну, сложно сказать, что нужны были тогда фестивали или нет. Тогда и не было фестивалей, в общем-то, в основном. Потому что все чувствовали духовный подъем буквально каждый день. А сейчас же в основном мы все живем дома, поэтому потребность в том, чтобы хоть какое-то время находиться в интенсивной духовной практике с утра до ночи, ну, можно сказать, и во сне тоже, потому что после такой интенсивной практики у человека махамантра, она продолжает звучать даже. Ну, многие так делятся, просто говорят. Поэтому, ну что, вот такая интенсивная духовная практика, ну, от себя даже говорить ничего не хочется. Почему? Потому что есть люди, которые говорят, да мы живем, говорит, от фестиваля до фестиваля. Поэтому, ну, как бы, важность фестивалей сегодня, она, ну, огромная, потому что это очень сильная самскара. А ведь мы живем, в общем-то, чувствами, эмоциями. Когда человек в духовной жизни получает сильные эмоции, это внутри него остается на долгое время. И затем оно всплывает, как самскара. И духовные самскары, в общем-то, и создают нам вот это вот сознание духовное. Они меняют мировоззрение материальное на духовное. Дорогие преданные, пожалуйста, относитесь к своей духовной жизни серьезно и приезжайте на фестиваль Саду Санга. У вас будут незабываемые впечатления. К тому же вы сможете регулярно купаться на море и совместить как полезный отдых, так и духовную жизнь.